Жизни шестерых севастопольцев унесла новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Как сообщает пресс-служба городского правительства, возраст скончавшихся от 64 до 85 лет. Кроме того, диагноз коронавирус был подтвержден еще у 96 человек. По данным на 15 января, 90 пациентов были выписаны после выздоровления. Всего с начала пандемии новой инфекцией в Севастополе заразились 8130 человек. Почти 7500 пациентов победили болезнь, 308 скончались. Коронавирус продолжает бушевать и в Республике Крым. По данным Федерального оперативного штаба, за минувшие сутки от болезни скончались 7 жителей полуострова. Кроме того, инфекция подтверждена еще у 325 крымчан. Об этом на своих страницах в социальных сетях написал глава республики Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 114 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, уточнил чиновник. Всего с начала пандемии коронавирусом в Крыму заболели 28 870 человек, 23 221 пациент победили болезнь, 629 скончались.